В Ивановском драматическом театре «Аншлаг». Горожане пришли, чтобы поздравить заслуженную артистку России Ольгу Раскатову. В минувшие выходные состоялся бенефис актрисы. Дочь народного артиста СССР Льва Раскатова стала продолжательницей лучших традиций ивановской сцены. На этот раз она исполнила роль Люсиль в премьерном спектакле этого сезона «Девичник над вечным покоем». Обычно актеры мечтают сыграть главную роль своей жизни, но Ольга Раскатова не из их числа. Как большинство провинциальных актрис, привыкла подчиняться тем законам, которые диктуют руководители театра. И подчас репертуар, который составляется, он не учитывает твоих личных желаний. Поэтому я уже привыкла ничего не желать. И если мне судьба дарит какой-то подарок, вот, например, как в виде роли Люсиль в «Девичнике», да, благодарна и судьбе, и руководству театра. Женские роли в исполнении Раскатовой очаровывают. Этому способствует яркая внешность и изысканная пластика. За время спектакля героини Раскатовой меняются. Во втором действии они уже не те, что в первом. Широкая гамма эмоций, интонаций, чувств позволяет актрисе работать в разных жанрах. На меня она произвела очень сильное впечатление, потому что я, ну, естественно, встретился с ней не как с актрисой, человек, который занимался со студентами, я еще не видел ее в спектаклях, мы с ней пересеклись в репетиционном зале, и она на меня произвела очень большое впечатление. Когда мне предложили взять ее в свой спектакль, который вот летом я начинал ставить, я был очень рад, потому что я уже посмотрел ее спектакли, посмотрел ее в нескольких ролях, и, вы знаете, я не ошибся. Основные репетиции «Девичника» у нас шли летом, для меня прошли на каком-то таком подъеме замечательном. Актер существует для зрителя, любит его и надеется на взаимность. Считается, что лучше приходить в театр не на премьеру, а позднее, когда уже постановка отточена, выверена, потому что после каждого спектакля артисты продолжают работать и подстраиваются под зрителя. Дыхание зала – это любой артист вам скажет, что это очень важная составляющая для удачного спектакля. И правда, бывает зал, который очень откликается на то, что происходит на сцене. Бывает зал, который надо раскачать, как бы его завоевать. Бывает зал, который так и не завоюешь, так вот некая почти, так сказать, какая-то вот тишина такая, без отклика, без всего. Ну, это, конечно, исключительный случай, но бывало и такое на моей практике, более чем 30-летней. Ольгу Раскатову знают не только как актрису. Она зарекомендовала себя как хороший педагог. В Ивановском колледже культуры будущих артистов она учит актерскому искусству. А в прошлом году Ольга Львовна выпустила группу студентов для Ивановского музыкального театра. Любовь Подчерникова, Владимир Пошляков, РТВ Иваново.